Уличное шоу «Ультра» — бесспорно яркий и самобытный музыкальный проект, в особенности для сибирской столицы, которая известна своим сдержанным музыкальным вкусом. Мы рассказываем какую-то общую историю в той или иной композиции, и это легче донести. Мы как бы становимся таким единым организмом, единым энергетическим шаром, который вот несет вот это вот, и с помощью и движений, и мимики, и в том числе то, что мы придумали, предположим, какой-то сюжет и так далее, нам легче это донести. Скрипично-ударное трио соскало популярность неспроста. Ключ к популярности шоу «Ультра» — это энергетика, которой исполнители заряжают слушателя и зрителя. Шоу из света, звука и всегда безупречного вида музыкантов завораживает, если не сказать больше. Ты выходишь на сцену, ты заряжаешься какой-то такой вот энергией космической, я бы даже сказала. Особый стиль группы, который сами музыканты называют «Dynamic Drive», что говорит о максимальной энергии во время выступлений, — это не только звук и свет, но и запоминающиеся яркие образы, которые прорабатываются тщательнейшим образом. Эмоции и драйв — это то, что участники группы возносят на пьедестал своего успеха. Музыка без рассказанной и прожитой на сцене истории вряд ли коснется зрительского сердца, в то время как энергетика не оставит равнодушным никого. Я думаю, это опять же из-за того, что вот Юля с Настей такие. Скрипачки Анастасия и Юлия, к слову, лауреаты международных музыкальных конкурсов, о чем, в общем-то, в силу обаятельной скромности говорят редко. «Ультра» — это сок моей жизни. Важнее всего подарить зрителю и слушателю энергию и сделать мир лучше. Это, как считают участники скрипичного шоу «Ультра», их главная цель. Ребят, нам нужна ваша помощь. У нас есть интересная задумка. Мы хотим снять необычный видеоклип на одну из наших композиций. Нам необходимо совсем немного денег для того, чтобы реализовать некоторые технические задачи, связанные со съемкой нашего клипа. Без вас нам просто не справиться. Будем безумно благодарны вам, если вы поучаствуете в нашем проекте.